завжди була на передовій, там, де небезпечно. Сьогодні він потрапив у халепу через те, що колишні, ми всі знаємо, про кого йде мова, ніяк не можуть заспокоїтися, що вони програли. І вони підступно, за спини, діючи всілякими там наклепами, зраджують нас, зраджують наше місто, ганьблять наших найкращих правоохоронців. Я вважаю, що кожен міліціонер, який стоїть сьогодні поруч з нами, він розуміє, що сьогодні написали, що Янголенко покушався на невідомо кого, на Кеннеді. Завтра про нього напишуть. Бо бумага, вона все стерпить. А чи стерпимо ми? А чи стерпимо місто Харків? Я хочу сказати, що сьогодні оця макулатура, оці всі доноси йдуть на кожного керівника, на кожного справжнього правоохоронця. Я знаю, що про одного ректора написали, що він нібито в себе в кабінеті портрет президента повісив обличчям до стіни. Розумієте, людина працює, людина готує сьогодні студентів, а про нього таку брудну, навіть в голові не вкладається. І так про кожного, хто працює, про кожного, хто захищає, пишуть якусь нісенітницю. Всю цю макулатуру треба збирати і здавати в утіл. Ніякого сенсу в ній нема. Але знайшлася падлюка в Генеральній прокуратурі, яка замість того, щоб посміятися з цього жарту, почала в розробку всю цю нісенітницю. От ми маємо зупинити цю вакханалію. Кожен на своєму кроці. Кожен, хто знає Андрія Янголенка, розуміє, що це дурня. Ось давайте не мовчати, давайте кожен сьогодні висловить свою думку, свою позицію і передамо тому генеральному прокуророві і його кадрам. Якщо вони нормальні, вони зрозуміють. Дякую за увагу. Ми виступаємо за те, щоб в Україні був чіткий закон і порядок. І закон і порядок має стосуватися і правоохоронців. І може перш за все правоохоронців. Тому що якщо безправний мент, яким всі помикають, із якого вишибають бабки, вищестоячі начальники, то вибачте, він не зможе захищати права інших, якщо його права не захищені. А зараз ми бачимо факт, який за межею будь-якого добра і зла. Давайте подумаємо, Андрій Янголенко став жертвою теракту в цьому році, який ледве не відправив на той світ. Андрій Янголенко після того був нагороджений міністром внутрішніх справ Аваковим, був підвищений у звані. До нього не було претензій як до військового жодних. Два якихось незрозумілих особи раптом заявили, що вони, ця людина доручила підготовку замаху на Авакова, на міністра внутрішніх справ, з рук якого він отримував нагороди і підвищення у звані. Шановне панство, хто у нас тут божевільний? Може, прокуратуру цю військову треба відправити для перевірки у серйозних спеціалістів, там, психіатрів, там, а можливо на детекторі брехні, на кого вони розпрацюють і на яку країну вони і далі досі працюють. Це так називається. Отже, це те, що стосується Андрія Янголенка. Відстраняють при цьому взагалі без жодних пояснень його брата від іншого батальйону. Ну, товариші, ну, товариш Сталін казав, що отець за сина і брат за брата не відповідає. Ну, класно. Гірше за Сталіна? То що відбувається? Пішли? Це ми говоримо про Харків-1. І вибачте, ми знаємо, як ці хлопці працювали, ми їм допомагаємо вже півтора роки з моменту їх створення. Те ж саме відбувалося щодо Харків-2. Так що йдеться? Йдеться про розгром добровольчих батальйонів у Харкові. Кому це вигідно, і водночас відбуваються рівно такі ж самі божевільні наїзди на інші волонтерські організації. Сьогодні я вже був на прес-конференції щодо фонду «Сестра Милосердя». Абсолютно такі самі божевільні наїзди. Вони кажуть, були взяти його в бою. Понимаєте? От смішно, але тим не менше Андрій Олександрович сидить. В Москві жив. Хто в Москві жив? Ну, так ви розумієте, його обвиняють в зв'язі. Ну, Жилиным.
Ну, ты считаешь, что Андрей Александрович связан? Вот ну, да, да, обвиняют, что он связан тоже с отводом. Хотя сейчас это как-то версия пошла по другому пути. Слава женщина. А это сильный корпус, который Олег Ширяев ходит. Я не могу сказать, что все ребята из сильного корпуса. У некоторых спрашивают, они вообще не понимают, в чем дело и в чем, собственно, конфликт. Это именно конфликт Олега Ширяева. Все началось с того, что Андрей Александрович, когда они были в Волновахе, помните, сколько уже, больше года назад, они там отстояли нашу Волноваху, 30 человек, которые не видели в лицо Андрея Александровича, абсолютно не видя, их набирали в батальоны набирались быстро. Помните, что в Харькове творилось, когда милиция стояла, ничего не делала. И, конечно, в эти батальоны, наверное, могли попасть разные люди. Кто-то этих людей так настроил, что вот не видя Андрея Александровича, они уже были против него, понимаете? Все, пошла дальше, пошла просто кампания. Всеволод Кожемяка, мир и порядок, выдали каски, бронежилеты. И с этими касками, бронежилетами эти 30 человек ушли в сильный корпус. И вот уже полтора года кто-то намеренно мусолит эту тему, что Андрей Александрович украл эту гуманитарную помощь, понимаете? Она находится в сильном корпусе, все знают, ВВД проходила круг, и все не знали, что с этим делать, то есть вы или верните, или поставьте на тот баланс. Но намеренно Севолод Кожемяка каждый раз поднимает эту тему. И Маша каждый раз по телевидению, в этот раз тоже в интервью, она обвиняет Андрея Александровича в краже этой гуманитарной помощи. Сколько я сейчас работаю с батальоном «Слабожанщина», вот Евромайдан помогает нам, то бензином, то мы им одежду покупаем. Я, допустим, не видела, чтобы даже Андрей Александрович брал какие-то деньги в руки. То есть если мы даем на бензин, это ребятам-водителям, они тут же заряжают эту машину ГШР и ездят, которая эта машина ездит по городу. Конечно, эти два батальона самые первые, еще не было никого. Не было еще даже представления в Харькове о скидном корпусе. Были «Слабожанщина» и «Харьков-1». Конечно, да, были там другие подразделения, на СОБ, где-то милиция сидит. Я имею в виду, что Харьков охраняли, добровольческие батальоны. Почему вдруг сейчас Олег Ширяев претендует на единственного руководителя, я не знаю. Было собрание офицеров этих батальонов, на котором было предложено департаментом, чтобы, ну да, структуры меняются, мы знаем, сейчас выйдет патрульная полиция. Теперь у нас милицейский спецназ, наверное, это должно быть какое-то одно подразделение, полк или как-то. Но почему Киев предложил полководцам Олега Ширяева, которому 26 лет, ну понятно, что амбициозный мальчик. Мы, как Евромайдан, честно, у нас негласно было договор о том, что мы не ругаем добровольческие батальоны. И вот в Фейсбуке или где-то мы старались не выкладывать в скидном корпусе какую-то отрицательную информацию. Но, конечно, Олег Ширяев не является таким командиром, который уж полностью так хорошо справляется с командованием. Там есть разные случаи, о которых я и не буду говорить, их достаточно много, претензий к скидному корпусу много. Там ребята патриоты, но нужно, чтобы командир был, держал их, понимаете, своих подчиненных. Ну, Олег Ширяев не может скидный корпус там навести порядок, а уж тем более, если его назначат одним главным над милицейским спецназом. В общем, ребята все отказались из этих батальонов, если подали на Ширяева, значит, ну, кто-то будет другой. Вот, но... Вот сейчас акция, это именно Олега Ширяева и Всеволода Кожемяки против Андрея Александровича. Что еще? Выкладывая, ну, извините, я не какое-то ответственное лицо, поэтому я могу говорить какие-то свои домыслы и, ну, особо такой ответственность за это не нести. Просто выстраивается такой ряд. Сначала была информационная война против слабожанщины, потом был теракт на Андрея Александровича с женой, помните, как мы все их лечили, собирали деньги, и они чудом выжили, потому что почему-то одна мина тоже не взорвалась, какой-то не уехал, не мог уже три мины взорвать, да, ну, нам повезло, слава богу, конечно, да, но тем не менее. Потом был теракт, кто его сделал, не нашли виновных, а теперь Андрей Александрович обвиняет, что он хотел совершить против кого-то теракт. Понимаете, кто, постоянно какие-то одни люди, вот тут у нас сейчас выпало это вино с терактом, может быть, как раз теперь милиция обратит внимание на мотивировку этих людей, что вот цель их была просто убрать Андрея Александровича. Почему-то они убрали его именно тогда, когда должны назначить нового командира этого нового подразделения над всем спецназом милиции. Почему должен им стать Олег Ширяев? Как-то вот мотивировка, конечно, очень сильная. И не хотелось бы выступать против спидного корпуса, но поведение, вот как он давал интервью в площади, что он как офицер уговорил Андрею Александровичу, они никогда так не встречались. Они вообще по жизни два раза друг друга видели и ничего друг другу не говорили. Где он ему говорил, что он как офицер офицеру ему что-то говорил, понимаете? И что это
за офицер, который постоянно в Фейсбуке размещает какие-то статьи про Андрея Александровича. Вот там, например, он разместил съемки учения, когда Андрей Александрович год назад еще обучал бойцов. Вот он кого-то там хотел застрелить. Андрей Александрович замечательно обучал ребят стрельбы, полноценные. Я не раз была на его стрельбах. Это творчество, интересные отношения. У него там, в принципе, бойцы практически стоя не стреляют. Постоянно в каких-то движениях. Постоянно он какие-то постановки задач новые делает. Для того, чтобы ребята, попав в боевую ситуацию, могли себя адекватно повести, могли себя защитить. Когда были волновать, Андрей Александрович в полном составе ребят привез домой. Не было погибших. И опять-таки там Олег Ширяев пишет, как же это они были под градами, и никто не пострадал. Это замечательно, это благодарные матери, это хорошее руководство комбата, что детей привезли назад. Что я хочу сказать? Мы должны не бросать тему с Андреем Александровичем, мы должны идти до конца, защищать. Я думаю, что у нас все получится. Которого посадили по обвинению в покушении на министра внутренних дел. Это бред. И если сейчас у вас снято обвинение, я не вижу заголовок во всех СМИ, тех самых, которые радостно напечатали о том, что раскрыта группа, готовившая покушение, что, ребята, извините, обосралась. Военная прокуратура обосралась. И никакого покушения не было. И что засранцы из военной прокуратуры приносят извинения за ложное обвинение. Я не видел этого от засранцев из военной прокуратуры. Я говорю публично, пожалуйста, пусть военная прокуратура на меня подаст в суд за оскорбление их засранцев. Вот то, что тут нужно сказать.